Всем привет, а сейчас мы вам покажем, что за пляж. Да, набережную и пляж от отеля Эль Муради Хамамед. Для того, чтобы туда попасть, нужно перейти автомобильную магистраль. Сейчас днем здесь более-менее такое движение, можно перейти спокойно. Вечером просто невозможно, приходится стоять минут 5, наверное, ждать, пока кто-нибудь пропустит. Это, конечно, минус большой, но вот сейчас вот мы не можем перейти, машины движутся одна за другой. Ну вот мы пересекли две полосы, и перед нами пляж. Здесь такая красивая аллейка с пальмами и вход на пляж. Так, сразу скажу, что шезлонгов на всех не хватает. Это сейчас обеденное время, и все ушли. Остальные прямо с утра заваливают полотенцами шезлонги, не оставляя шансов. Часов 9 пришли, здесь было все занято. Прошли чуть дальше, метров 20, обнаружили пару свободных, но нас согнали буквально через 2 часа, сказали, что эти лежаки принадлежат ресторану. Когда уходили с пляжа, нас догнал как раз-таки чувак, который обслуживает лежаки Эль Хамамеда, и за 10 динаров подогнал нам 2 отличных лежака. Кстати, когда подбирали место в Тунисе, где отдыхать, я, конечно, читал много статей, но написано, что в Сусе и в Хамамете в августе очень много медуз. И типа это как такая, даже не русская, а тунисская рулетка получается, что иногда они есть, иногда их нет. Они сами же не могут плыть, их иногда прибывает течением теплым. И говорят, порой в какой-то сезон просто невозможно войти в воду. Они еще жалятся очень сильно, и там помидорами приходится себя натирать, чтобы как-то избавиться от ожогов. Ну, рискнули, вот поехали в Хамамет и не прогадали. Ни одной медузы я не видел. Света говорила, что заметила одно такое существо. Ну, в общем, будем считать, что повезло. Ну, конечно, после трагических событий 2015 года, когда в Сусе террорист ИГИЛ под наркотой приплыл со стороны моря, приплыл на катере с автоматом Калашникова и положил несколько десятков человек, обычных туристов, которые вот так отдыхали, загорали. Полиция, военные здесь были на каждом шагу. Сейчас год 2019, их не так много, но вот есть полицейские. Здравствуйте! А, ну, извините. Вот, но они не любят, когда их снимают. С утра вечером на пляже нет никого, там столик с надписью «Полиция», он пустой. Они приходят вот днем, так сказать, в самый пик, сидят там по двое, по трое человек с автоматом. Решили взять фруктов, инжира килограмм. 9 динар. Что, микс? Нет, вот эти хочу, вот эти, мои любимые. Мои любимые. Кактусы на 5 динаров и 500 вот этих водички, вот миллимов. Есть, угу. Вода, есть. И вода, бутылку. Вода. Water. Скидка. Скидка. В общем, друзья, смотрите, вот это кактус. Не знаю, это фрукт или ягода. Ну, в общем, в чем заключается его опасность? Я сдуру схватил его двумя руками, а на нем есть такие, как типа пушинок, как пух, что ли. На самом деле это очень маленькие, острые, ядовитые иголки. И вот прошло уже несколько часов, и я все никак не могу смыть эти иголки с рук. И довольно неприятное ощущение на пальцах. Не скажу, что прям какая-то острая, сильная боль, но очень неприятно, и это никак, я так понимаю, не изменить в ближайшее время. Давайте его препарировать. Вот внутри мякоть. Очень вкусная, полезная, содержит много витаминов, как пишут, и при этом помогает от многих болезней, например, от кожных. Это произошло. Фото, здесь фото? Видео. Нам маленький круг, а? Ну, большой круг. Маленький круг. А то нам большой круг, биграу, нам good price.
Не-не-не. А? В общем, друзья, то, чего я боялся, случилось. Честно говоря, я считаю, что вот эти вот кареты... Это какой-то зашквар, потому что они не ассоциируются никак у меня с африканской страной. Но поскольку у нас в семье есть маленькая принцесса, которая главная, и она командует, и как она может обойтись без кареты? Без кареты никак, поэтому мы согласились на маленький круг, хотя человек, который управляет лошадьми, настаивает на большом. А вот все-таки мухоморы, обманщики, говорит, большой круг, 40 минут на лошади, типа, по всему Хамамету. Маленький круг займет 20 минут. В итоге он нас прокатил по периметру нашей же гостиницы. Не прошло и 5 минут, он приехал обратно в конечную точку, говорит, это все. 20 минут, говорит, было. Ха, жулики. Так вышло, что сегодня, в первый день нашего пребывания в Тунисе, у меня день рождения. Поэтому мы решили прийти в ресторанчик. Калиска у нас даже в Северной Африке себе не изменяет. И заказала блин. Да, блин с бананами. Света взяла креветок жареных. А я мясное ассорти гриль. Завершается первый день нашего пребывания в Тунисе, в Хамамете. Еще 9 дней получается. За это время постараемся побывать как можно больше в местах. Сходим в Медину в новую, сходим в парк развлечений, съездим в Медину старую. И взяли сегодня путевки в Сахару, места съемок «Звездных войн» и так далее. Мимо этого я пройти не мог.